Игровой канал Ивана Палеота представляет. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Иван, вы на канале Палеота. 36-я часть прохождения игры Last of Us, Part 2 вместе с Ярой. В поисках льва мы прибываем с вами в их убежище. Яра все знает, она как бы была здесь. Трудно догадаться. Где охрана? В эту часть острова они не ходят. И лев, походу, выручать мамку свою поехал. Надо его догнать. Ты знаешь, куда он идет? Домой. Потому что там мама. Далеко дом? На той стороне. Конечно, далеко. А как же ваши? Мы пойдем в обход. Нас не увидят. Ну то, что вас не увидит, это еще бабушка надвое сказала. Друзья мои, мы продолжаем потихонечку продираться к концовке этой великолепной игры. Вот, что тут нас ожидает, я пока говорить, конечно же, не хочу, не буду. Будем поступательно, как всегда, мы с вами исследовать. Серия опять часовая. Разве что скажу, что я уже прошел все до конца. И получилось у меня где-то 41 серия в итоге, да, вместе с концовкой, с титрами. Вот. Поэтому сжимаем, как говорится, булки и продолжаем исследовать все это дело. Мы еще много всего интересного здесь увидим. Должен сказать, что я уже, наверное, об этом говорил, что за Эбби играть гораздо интересней, нежели за Элли. Псы точно должны напасть сегодня. Да, так. Мой друг мне сказал. Они атакуют под прикрытием бури. Ну, если Айзек не передумал. Ваш лидер, Айзек, чего он хочет? Положить конец войне. Но какой ценой? Теперь уже любой. Да, кстати, после зарубы крутой встречи с Томми в прошлой серии потеряла Эбби еще одного своего друга, Мэнни того самого. Латинос, я не знаю, откуда он, из Испании, из Мексики, или из Португалии, или из Бразилии вообще. Они все там на португальском говорят, ну, не все, испанцы на испанском, конечно. Так, быстрее всего. А лезть-то так нормально. Мы сейчас на мост, что ли, будем пробираться? Последний раз на мосту мы, блин, хорошенечко так встряли. Да-да-да, это я все про ту же стычку с Томми. Здорово он нам нападал, спасла, конечно, Эбби Яру. Яра спасла Эбби, выскочив там, Томми так бы, конечно, мне кажется, одолел бы он все-таки, даже несмотря на всю силу Эббинатора, он все-таки мужик, у него сил-то побольше, да и поопытнее он в плане охоты на людей даже. Эбби! Беру припасы, на всякий случай. Еще одна монетка, по-моему, это последняя, а может и не последняя, хрен его знает. Айдахо, Айдахо. 990 года, 1890 год. А может быть и не последний, не помню я точно. Но, ладно, двигаемся. Не цель у меня эти монетки собирать, вы все знаете. Хорошо он нас потрепал. Нас еще там потрепали эти самые. Зараженных он у нас натравил, засранец. Не, ну это не то, что засранец, это круто на самом деле. В таком оказаться в переплете, когда тебя там просто прессуют, высунуться не дают. Там этими короткими перебежками от укрытия к укрытию вынужден продвигаться. Еще и усложняется это все тем, что у тебя зараженные. Причем не просто зараженные, а еще и там Шаркун, по-моему, или Топляк, ну кто-то из них был. С кислотой, с этой дурацкой. Я уже в них запутался. В их различиях. Ну, можете написать, конечно. Так, а здесь у нас трупачье висит. Ах, черт. Ты их знаешь? Была знакома. Мне жаль твоих друзей. Что тут поделаешь? Выпущены кишки. Ой, еще какая-то, смотрите-ка, есть записочка. Была знакома с этими людьми она. Ой-ой-ой, фу, какая мерзость. Scott and I made.
Воскресенье 5.00. Около 3.00 мы со Скоттом высадились на восточном берегу. Информация от пленных в кои-то веке оказалась правдой. Никакого сопротивления, ищем у нас возвышенность, чтобы разведать обстановку. 7.30. Больше всего построек сосредоточено на южной стороне. На севере и на востоке есть фермы, что-то вроде лагеря лесорубов. По всему острову видны небольшие группы зданий. Все деревянные, явно построены после эпидемии. Похоже, эти психи не лгут, что хотят вернуться к природе. Попробуем подобраться к одной из деревень. 10.15. Ждем ночи в старом доме, в центре острова. Шрамы еще не расчистили этот район. Подходящее место встречи для нашей группы. Так, еще можно перевернуть. Это все удалось дочитать. Так. Я какой-то так-так, что-нибудь тавтологию буду. 21.00. Их очень много, значительно больше, чем мы ожидали. Деревня укреплена, по всему острову регулярно ходят патрули. Мы узнали даже больше, чем рассчитывали. Возвращаемся. Понедельник, 4 утра. Вернулись на место высадки и не нашли там лодок. Их отогнали от берега и затопили. Они знают, что мы здесь. Надо искать другой выход с острова. Жуткое письмецо. Дневничок такой, да. И, как результат, вы можете наблюдать. Чем ты нам помогаешь? Лев меня тоже спрашивал. Я считаю, вы этого не заслужили. Но и мне самой это было нужно. Должна была. Понятно. Все равно, что без объяснения оставить. Лев тоже самое сказал, мне самой это было нужно. Просто я сердобольная барышня, да. Сильная, независимая, накачанная, бодипозитивщица. С хорошим внутренним миром, с богатым и с характером приличным. Помогаю всем и вся, несмотря на то, что, конечно, месть моя была холодна и сладка. О, Жоэлу. Это ваша деревня? Нет, это гавань. Наша будет дальше. Не стой тут, а то тебя заметят. Слушай, это прям остров какой-то у них, да? Если мне память не изменяет. Он, может быть, просто как-то другая часть суши. Ну и что ты не перелазишь? А, лет надо дождаться, чтобы она перелезла. Классно сделано, смотрите, какая там вообще у них прям целая цивилизация своя здесь. Хоть и деревянная, блин, возвращаются все они к этой природе. Но, я честно признаюсь, природа таких принимать вряд ли захочет. Как отрыжку выплюнет и все. Что это? Сигнал оповещения. Ваши бойцы прибыли. Весь остров поднят по тревоге, надо спешить. Ну понеслась. Вот сейчас начинается самое интересное. Не, вот еще монетка. Северная Каролина. North Carolina. 789. Красивый водопадец. Прям как в году Фаре. Почему-то там классные водопады, конечно, иногда такие красивые были места. Мы с вами посещали. Интересно, был какой-то вот анонс, микроанонс по году Фару, но это уже на PlayStation 5. Вот из-за этого, вот, я себе только захочу и купить пятую плойку. К тому же она не намного дороже без привода, чем моя прошка PlayStation 4 сегодняшняя. Я ее покупал за 34, по-моему, тысяч. То ли за 31, то ли за 34. Не помню уже точно. Так, ну что ж, вот у нас первое. Всё. Первая их постройка. Но это отдаленные какие-то дома. Здесь вряд ли кто-то остался. Хотя вон, смотрите-ка, скот есть. Хрюшки всякие там, или кто это? Козья. Живность, поголовье скота козьего. Так, ну мне кажется, топорчик-то это надо взять. Он тяжелый. И вообще, возможно, с одного удара валит. Ну, я надеюсь, мне этого проверять не удастся, не получится. Надеюсь, все, отстреливать буду всех издалека, я к тому, что вот. Заговариваюсь я что-то сегодня, ни хрена не выспался. Пишу вроде воскресенье, все вроде нормально. А что-то как-то вообще еле от подушки оторвался. Думаю, дай сяду попишу, видосик поозвучиваю. А от напряга мысли в голове скисли. Так, это у них тут прям целый какой-то... Вообще, конечно, мне уже хочется побыстрее это все пробежать, не останавливаясь на всякие мелочи, но, блин, с другой стороны, хочется и все поразглядывать до конца. Ой, какая, смотрите, тушка оленя, выпотрошенная, ну или не выпотрошенная,
не до конца выпотрошенная, ладно. Вот, хочется, конечно, по углам тоже понырять, посмотреть. Вот, видите, у нас еще не все здесь, кстати говоря, по ресурсам в достатке. Я так очень сильно потратился по ресурсам, когда сражались мы с этой жирной тушей в лабораториях там в этих... Хотел сказать, в амбрелловских, но нет, не амбрелловские лаборатории были. В эпицентре, когда мы были всех этих, да. Маркус, дистрибьют. Мясо распредели так. Вырезка крестец старейшине Дункану, филейная часть рулька бедро старейшине Констанс. Спина Волтеру, его надо наградить за урожай. Грудинка, ребра Харпера и ее семье. Старейшина Дункан хочет наградить ее за набег на лагерь псов в прошлом месяце. Лопатку и все остальное наставнице Лири и ее семье. Шкуру отдай Августу. Он обещал обменять ее у Эзры на новые разделочные ножи. Проследи, чтобы он это сделал. Рога можешь отдать любому, кому считаешь нужным. Да направит тебя она. Лючия. Ну да. Они, видите, мяско делят. Как в средние века. Как эти, как папуасы. А где все? Ушли сражаться. Как индейцы, короче. Да. В уныние ввергает вот это вот все их желание. Я уже 1000 раз это говорил, еще раз повторяю. Просто таки какой-то... Это какая-то регрессия, что ли, если можно так выразиться. Или стагнация, правильнее будет. Не, ну стагнация — это когда просто приостанавливается рост. И все, и никуда не двигается. Так, еще. Дом один. Подожди, сейчас еще с этой стороны посмотрю. Тут эти мешочки всякие разные. А в углу, вон, курочки, смотрите-ка. Ля какие, петушки или курочки. Ну, похоже на петушков. Угу. Не зря заглянул, смотрите, патрончики есть, на. Еще и зажигательных у меня полно-полно. Круто. Дробовичок. Воевать нам, друзья мои, здесь предстоит. Ого-го, сколько. Ух ты, что она там делает, молится, что ли? Своим богам. Ну, это, на эту, наверное, барышню, которая для них пророчицей стала. Они там вырезают из дерева. Смотрите, ну это прикольно, это красиво. С точки зрения, конечно, дизайна и детализации по-прежнему все на высшем уровне. Если ты потерялся во тьме, ищи свет. Это откуда? Так говорил мой отец. Что, все, больше не будете ни о чем разговаривать? Мне вот почему-то очень не дает покоя верхнее окно. Как будто туда есть возможность пролезть. Но на самом деле никакой возможности пролезть туда нету. Мы сейчас приведем свое оружие в боевую готовность. Так, арбалет у меня есть. Вот можно, кстати, сейчас арбалетиком будет попользоваться. Я что-то вообще прям про него очень часто забываю. Хотя очень полезное... Хитрое оружие, бесшумное. Так, очередное, смотрите, какой-то здесь. Тележку надо к окну, что ли, подвинуть, да? Да, вон там есть сзади. Оповещалка, что можно дело подтолкнуть. Давайте подтолкнем. Опа. Давно я не занимался толканием всякого рода тележек и тележек. Все, богатость. Богатость речи пропадает у меня с каждым днем. Деменция старческая начинается, что поделать. Запрыгиваем. И, о чудо, очередная комната, в которой дохрена всего есть. В скобочках нет. Ну, это нас, конечно, средний уровень сложности награждает. Такую россыпью этих самых ню, как я прикольно говорю, ню, вместо ну сказал ню. Россыпью ресурсов. Вот, смотрите, смотрите. Что-то сейчас будет интересное. Отведите их в убежище, скорей! Это плохо. Как нам тут пробраться? Ворота не заперли. Лесопилка. Большое здание справа, где факелы. Предлагаешь туда? Да.
Там можно пройти. Отлично. Пошли. Закрыть ворота! Оцепить лагерь! Увозят они потихонечку, короче, друзей своих. Ну, детишек там, женщин и детей увозят по убежищам, как вы могли видеть. Очисти свой разум. Ночь нас ожидает длинной. Помни. Лишь в страхе мы обретаем. Где-то я уже это слышал. Лев нам говорил. Эти, конечно, немножечко нафаршмачил, накосячил, поэтому разрывчики кадра в боевочках иногда могут попадаться вам на глаза, друзья мои. Это все от моей криворукости. Просто показывать фейлы я вам традиционно не хочу. Так. И нафейлил я, знаете, с чем? С тем, что стрельнул этой овце в бошку из арбалета, а мне регистрация попадания за голову это не засчитало. Причем было отчетливо видно, что стрела прям в голову прилетела и не поразила ее с одного удара. Вообще выстрелы в голову здесь ваншотят. Ну, если он там не в каске в какой-то. Хотя в касках я никого особо пока не встречал. Но не будем забегать вперед. Ну, так или иначе, вот эти товарищи, они просто, видите, они еще бывают здесь делятся на две категории. Есть жирные, здоровые, да, враги у этих у шрамов, а есть просто обычные. Но это вот обычная девочка. Главное, я понимаю, я жирным бы в жбан попал, и он бы не сдох. Ну, хрена с два. Здесь почему-то это решило... Ну, не знаю, может быть, это я как-то все равно действительно криво выстрелил. А может быть, и действительно регистрация попадания не сработала в нужное время. И в нужном месте. Так, ладно, надо здесь потихонечку сейчас будет как-то огибать. Там лагерь этот небольшой, но пространство для маневра вроде нам здесь оставляют. Более того, мы же умеем с вами ползать по траве, а это совсем, я считаю, читерство. Так, вон там товарищ ходит. Видите, вот сейчас попробуем арбалетиком, но я сомневаюсь, что я просто до такого расстояния попаду. Даже если и попаду, то заваншотить вряд ли получится. У меня на арбалете-то есть вообще? У меня даже на нем нету этого самого коллиматорного прицела. На него можно поставить. Вот сейчас после этой бойни я... Ну, если бойня, конечно, это можно назвать. Ой-ой-ой-ой, ты что делаешь? Ты дура, что ли? Это я при прицеливании надо нажимать. А чего вы там так и ищете-то усердно? При прицеливании надо нажимать, чтобы менялось плечо. Блин, вообще пипец, как неудобно. Вот, видите, вот сейчас я сам накосячу. Ну и все. Иди к лесопилке! Ты поплатишься, Яра! Давай! Не дать ей уйти! Так. Короче, накосячил я опять с выстрелом. Блин, вот не очень мне нравится из-за этого из арбалета стрелять. Вот поэтому я, наверное, им не пользуюсь особо часто. У меня есть глушитель. Пистолет с глушителем. Ты не меня ищешь, а я вон там. Хорош, хорош топорец. Так, у него 4 патрона, посмотрите-ка. И сработала моя эта инерционная белая пелена в глазах, у которой... Ярость Эбби, которая начинает всех ваншотить с одного удара. Это прикольное умение, кстати, но только что-то как-то редко я оказываюсь в ситуации. Ой, жердя идет. Ну, блин, это, конечно, надо будет гранаты. Посмотрим сейчас, смотрите, жбан ему. Оп! Вот видите, я ему в голову выстрелил, и он не умер. Хотя показал индикатор, что именно в голову я попал. Но он очень... Ах ты, скотина! Она еще... Ух ты, скотина! Это вот здоровый. У ворот. От ворот. На тебе топор. На тебе второй топор. И еще один удар остался, но это скотина. Но у меня стоит из дробовика, по мне шмаляет. А вот посмотрите, какая мразь. Ой, как неаккуратно. Но зато я специально, друзья мои, переигрывать этот момент тоже не стал. Потому что очень мне понравилось, как я тут раздался этого топора. С колуна, с этого здоровенного. Это вот прям не топор именно, а колун. Который вот такие вот бревна, ну... распиленный, раскалывает на много-много частей для заготовления дров, заготовки для уже топки в печи. Я сам просто дрова в деревне колол, я знаю. Так, тихо. Вот молоточек, конечно, можно было его взять. Давайте возьмем за неимением чего-то больше. У него такое же свойство, как у топора, только вот всего 3 удара есть.
Вернее, два даже уже осталось. Ну ладно, ничего страшного. Что-то они как-то все поредели. Я не совсем суразно повторяюсь, но вроде большую их часть уже из строя это выявил. И сейчас мы будем стараться не попасть с оставшейся Кодли на глаза. И допилим уже втихую еще одно деревце. Вот это классно, когда вот... Хотя, блин, тоже так вот дерево кошмарить. Дерево уже больно, оно же живое существо, можно сказать. Так. Какой-нибудь сейчас древоборот проснется, типа Энта из «Властелина колец». Ура-рум! Как скажет. И все. И пойдут клочки по закоулочкам. Так, их тут, кстати, ни много ни мало набежало-то. Я что-то так сказал, что большую часть я вывел из строя, а их там как минимум еще трое осталось. Как минимум. Так, отлично, она ко мне спиной, а я что-то как-то так очень-очень медленно продвигаюсь-то. Надо. Опа! Ничего, не ожидала? Спалили меня. Или нет? Не, вроде не спалил, смотрите. Вот так смотрел, что-то как-то очень... Вел себя. Так, и еще трое осталось. Я что-то даже неправильно посчитал. Их четверо, на самом деле. Был один из них жирный. Даже пятеро их осталось. Или четверо. Я сбился! Так, отлично. Этому в рыло попал. Тихо. Аккуратненько. Сейчас надо не попасться на глаза. У этого, смотрите. Вот это уже топорик поменьше. Опа! Быстро. Блин, она не быстро это делает. А он, смотрите, нас там чувак смотрит, блин. Он нас не заметил, охренеть. Два осталось пациента у нас, да? Нифига ты слепошарый. Прям вот идет, патрулирует, вся под носом не видит, как вот на другом концу вырубили чувака его же. Ну, не чувака, а чувиху. Вот это, конечно, да, это меня прям расстроило сейчас. Ну, это, наверное, средний уровень сложности. Меня бы на топовом бы уже унюхали давным-давно. Я это сам-то здесь вольготно себя и расслабленно чухаю, чувствую. Это только потому, что мне позволяют это делать. Так, аккуратно. Ты, бляха-муха! Вот я лох! Так, на КД отстрелялся. Ну, лошара я, конечно. Лучник. Да они все здесь лучники. Хотя, по-моему, попадаются тоже с огнестрелом иногда, да? Бывали случаи. А, вон он идет с огнестрелом как раз-таки, да. Вот сейчас, по-моему, жбан попал с первого выстрела, но... Опять же, там он как вроде плечо подставлял, поэтому могло в плечо уйти. Ну ладно, два выстрела завалил. Так, еще их там двое в итоге, вы посмотрите-ка. Ой-ой-ой-ой, да вот сам виноват. Конечно, можно было бы гранатку туда швырнуть, но нет, не очень хочется. Готовы! Ух ты, Яра пригодилась. Опа! И пистолет мне хорошо тоже пригодился. Так, собираем пожитки, лечилки. Вроде бы всех. Ну, должен сказать, что их очень много. Так, у этого товарища ничего нету. Не самым тоже суразным образом я сейчас их всех тут переодолел, но... Но справились таки, друзья мои. Двигаемся дальше. Я криворукий, мне прощается все эти дела, я поэтому как бы не претендую на показатель красоты тут. Хотя, конечно, иногда что-то да получается. Получается и... Начинаешь, типа, думать, что ты научился что-то тут делать. Но нет, на самом деле, все зависит от ситуации. И, конечно же, там некоторые перерывы, когда не играешь в эту игру, я в нее не всегда же, там, не каждый же день я не играл, а записывал. А с некими перерывами, и эти перерывы, конечно, дают о себе знать, отвыкаешь от управления. Сейчас-то уже, конечно, я к нему попривык, сейчас-то уже нормально. И то вот иногда умудряюсь косячить прям, причем так, очень по-жесткому. Вот как сейчас был у меня косяк, просто меня спалили, еще стоят, меня в упор расстреливают. Такое у меня было и раньше, когда еще за Элли играли. Пару раз нарывался я. Ой, смотри, здесь можно было проплыть по воде.
с правой стороны, да, и вот вылезти в этом доме. Так, отлично, еще одна лечилка, но это маленькая, дючечка, недолеченная. Да-да-да, вот с этой стороны можно было нырнуть в воду, да, если бы мы пробирались бы через правую сторону. И пытаться тут тоже какой-нибудь стелс организовать. А мы как раз отсюда и начинали, мы же здесь вот первую, да, завалили, задушили одну скотину. Может, блин, что-то я как-то не сообразил, что можно. Я в обратную сторону пошел. И спалился к чертовой матери. А можно было, да, пролезть и аккуратненько попробовать по воде, под водой. И вылезти в той комнате и поснимать. Так, что у меня здесь? Вот арбалетные стрелы. Смотрите-ка, еще две штучки. Это хорошо. Так, лечилка у меня полная. Самих медкитов у меня 2 из 3, по-моему. Не хватает ресурсов сейчас. Не на себя. Ну, сейчас попробуем насобирать. Что тут, как раз, видите, локация большая. Естественно, я после каждого... После каждого боя буду стараться это все дело разглядывать, исследовать, вынюхивать, да, бегать, пятый угол искать. Так, здесь мы, по-моему, были, да, да, здесь мы тоже были, вроде бы мы здесь даже все взяли, но контрольно глядеть тоже надо. А то в пылу боя немножко внимание концентрируется на других вещах, на враге, а не на окружающей обстановке, поэтому... Так, ну все вроде, да? Стоп. Это что такое? А, вот отсюда как раз можно было вылезти и завалить. Все вроде, да, можно двигаться дальше. Вот туда интересно попасть. Вот туда попасть хрен... А, не, можно туда попасть, да. Или нельзя? Что-то я не понял. Под водой же вроде можно было, да, пролезть? Мельница? Нет, под водой нельзя, но можно, в принципе, посмотреть. Блин, вроде свет-то горит, и такое ощущение, как будто ты можешь туда попасть. Ну, хрен из два. Сейчас под водой посмотрим. Нет, тут мельница вся перегорожена. Досками мы не вылезем. И как там? Не пролезем, не протиснемся. И дополнительных входов никаких нет. Я еще тут, конечно, занырнул на предмет ресурсов. Посмотреть, может быть, что тут на дне валяется, но нет. На дне ничего нет, водичка мутная, ни хрена не видно. Поэтому давайте, он ярко у нас уже заждалась. Двигаемся дальше, друзья мои. Но все равно прикольно, классно. Мне нравится. Заеби, во-первых, повторюсь, нравится играть. Во-вторых, нравится боевая система. Здесь сражение происходит в очень напряженной атмосфере. В напряженных обстоятельствах, да, и ты прям не на шутку всерьез воспринимаешь происходящее, да. Начинаешь лихорадочно думать, где лучше. Даже несмотря на то, что это все легко дается, с учетом уровня сложности, все равно ты начинаешь как-то так паниковать. А как я сейчас вот паниковал и нарвался в итоге на несколько патрончиков в рыло, причем еще и с дробовика. Мне спасло то, что все-таки средний уровень сложности это, и в упор из дробовика она меня не на всю ХПР, а даже на половину не расстреляла. Так, там еще второй этаж, по-моему, есть. Тут, по-моему, где-то должен был быть верстачок, если мне память не изменяет, нет? Или я что-то, может, пропустил, или я, может, что-то не знаю. А может быть, чуть дальше этот верстачок находится. Сейчас на второй этаж залезем, посмотрим, что там есть. Должно же тут что-то быть, не зря, что тут лесенку нарисовали просто так. Так, блин, у меня здесь 2 арбалетных болта, но они... Они у нас в изрядном количестве присутствуют и лишнего дают, не дают нам унести. Трупаки какие-то исчезли, какие-то не исчезли. Это косячок, минусик я так назову. Почему-то странно, что здесь... Блин, хотел по балке на другую сторону, попробовать перебраться не получилось. Странно, что, в принципе, как бы локации, они хоть, конечно, здесь и большие, но все равно достаточно камерно здесь и, ну, не сжирает много ресурсов труп один валяющийся, даже несмотря на то, что он интерактивный вроде как. Ну и там одежда колышется, там, я не знаю, волосики, наверное, тоже колышутся. Это как-то вот прямо меня лично вот угнетает. Так, здесь как-то можно же залезть еще. Здесь, ох, смотрите-ка, я пропустил момент, да. Вот вам, пожалуйста, второй этаж. Еще пару патрончиков есть. Если что, арбалетные стрелы кому-то надо тоже, пожалуйста. А еще тут, по-моему, последняя... Вот здесь уже... Вот это, по-моему, последняя монетка. Монтана. Я не знаю, сколько мы их там насобирали. Но судя по тому, что вы мне ачивку не дали, я, естественно, не все собрал. Пропустил, по-моему, только вот в самом начале, когда мы за Эбби в лагерь приезжали. Я вот там не зашел в один уголочек, не проверил.
А так, по-моему, почти все мы собрали. Сколько их? 50? Не 50, может, поменьше. Ну, по-моему, поменьше, не 50. Просто я почему так подумал, что 50, потому что штатов вроде 50, и Эбби собирала, коллекционировала монетки. Я думал, она все штаты хотела собрать. Но вряд ли. Так, у меня, смотрите, 49 пилюлек есть. Можно что-то как-то где-то мне улучшать, да? Даже не знаю. Так, вы будете быстрее перемещаться. Так, это удаление более прочного холодного оружия. Это пока не надо. Вот быстрее перемещаться при прицеливании, это, мне кажется, хорошая вещь. Пусть еще можно будет следующим перком прокачать изготовление большего количества патронов на наши охотничьи пистолеты. Что тоже, в принципе, будет наши кармашки тяготить. Так, это мы сейчас... Ой, а мы по 3 можем ножа делать. Прикольно, он 6 на 2 делит. Короче, 3 получается. Ну, хорошо. Так. Чё? Ну, вот это, наверное, мне кажется, прокачать можно. Все остальное у нас уже большего количества патронов, да. И зажигательных патронов можно будет больше изготавливать, но мне кажется, или не знаю, или, да, или потерпеть сейчас пока. Здесь, конечно, вот гранаты улучшенные тоже хорошо, шашечки наши вот эти, которые мы швыряем. Плюс еще там улучшенный светит нам глушитель. Ну пока ладно, пока что-то я не готов принимать решение. Чуть попозже прокачаемся, хорошо. Так, вот еще что-то какая-то блестяшечка лежит. Это у нас тряпка и арбалетная стрела. Не надо нам пока этого всего удовольствия. Я имею в виду арбалетных стрел по-прежнему. Блин, меня не оставляет в покое. Блин, может, я здесь пропустил верстак. Вот это очень похоже на верстак было. Ну, выглядело как... Ну, а это просто всего лишь стол. Наверное, для каких-то там... Ну, тоже, наверное, верстак. Для дерева, обрабатывающих каких-то дел. Для плотнических дел. Ладно, все, идем дальше. Друзья мои, нам еще много предстоит пройти. Много предстоит здесь поковырять народу. Но до этого еще до всего надо добраться. Так, там началось уже пожарище. Ага, вон они плывут, смотрите-ка. Надо идти. Что-то их так не так уж прям много лодок-то плывет. Я-то думал, сейчас как прям по-ахиллесовски они приплывут, но в фильме трое, тысячи судов. Так что ты делаешь? Не, ну так-то, в принципе, нормально так. Лодочки, я так вижу, там 10-12 есть. Спрячься. Ой-ой-ой-ой! Этих не трогать не обязательно, пускай они там бегут. Хотя, конечно, можно было бы завалить, но патроны просто тратить неохота, и они во все оружие бегут. Не факт, что безнаказанно удастся все это куда пройти. Пройдем через тот дом впереди. Яра, лагерь лесорубов. Куда они забирали детей? У нас повсюду убежище. В крайнем случае их вывезут с острова. Хорошо. Мы знали, что этот день наступит. Да, слушайте, обстановочка-то накаляется. Пипец, сейчас там такой начнется мандраж. Ладно. Бери гайдовые припасы. Спасибо, дорогая. Ну, судя по тому, что нам подкидывают, видите, эти самые детальки, значит, верстачок я не пропустил, а он где-то впереди нас ожидает. Ой, труба, смотрите, этот горн. Наверное, для сообщения об опасности. Здесь, наверное, смотровая вышка какая-то, да? Так, давайте почитаем. Тут какой-то тоже дневничок ведется. Для тех, кто дежурит. Бенджамин, все в порядке. Джаред, охотничья бригада ушла из земли псов. Больше никого не было. Селия, все в порядке, она хранит нас. Томас, когда сносили дом, в старом городе было очень шумно и пыльно. Но псы на своем берегу так и не показались. Больше докладывать не о чем. Да направит нас она. Это отмечать, наверное, здесь дежурные. Да, Мэрия заметила одинокую лодку псов в канале, но не стала поднимать тревогу. Отправила молодого Максвелла сообщить старейшинам. Да хранит их она. Питер, все в порядке. Символ серафитов. Бенджамин, вижу возвращение охотничьей бригады, фермеры начали выжигать лес. На горизонте облака, да хранит нас она. Все в порядке, символ серафитов. Селия, легкий дождь, но видимость хорошая. Рыбацкие лодки вернулись рано, больше никого не было. Томас, сегодня ночью сильный дождь, видно плохо. Псы,
Бригада на лодках подошла к восточному берегу. Слушайте-ка, она одну лодку на нас сообщать не стала. Это, наверное, наша лодка, когда подплывала к берегу-то, да? Бригада на лодках подошла к восточному берегу, поднимая тревогу, да хранит нас она. Ну, это вот сегодня, да, это вот прям буквально недавно написали, когда мы слышали звук горна, наверняка это вот как раз-таки и было. С этой вышки сделано. Прикольно, что, мне нравится. Обстановочка, прямо говорю, повторюсь, накаляется, и мы с вами, друзья мои, немножечко на спойлерю, окажемся в эпицентре очень скоро. Ну, возможно, не в этой серии, конечно, но очень здорово нас ожидают, события будут развиваться прямо-таки. С точки зрения постановки, великолепнейшим образом. Так, откуда я руку вот налево побежала, но мы еще пока торопиться не будем. Тут, видите, какой-то есть алтарь у них, смотрите, когда тут всякие жертвоприношения, подношения этой хранительницы. Видите, символы, все тут в листочках, в лепесточках. Горят свечи, и не боится никто, что это все сгорит к чертовой матери. Как же техника безопасности? Это вы-то, блин, додумать-то не надо головой. Столько бумажек и древесины. My prophet, мой пророк. Пророчица, услышь мои слова. Мойра была сильной и искусной воительницей, но однажды она увидела, как патруль ее супруга Генри растерзали псы. Теперь она просыпается с криком, вздрагивает от малейшего шума. Мы чувствуем жертву Генри, приняв на себя заботу о море, но этого мало. Молю тебя, помоги Мойре вновь обрести душевные силы. To reclaim your spirit. Yours. Печальное письмецо. Опять про смерть и про... За упокой, наверное, туда надо, да? Молитву. Я тут попросила. Фигурка, смотрите, какая-то стоит. Давайте пригребем у себя. Тоже пророчица. Да, пипец, они, конечно, ее возвеличили. В святые. Ну, возможно, конечно, и такой была. Не спорю, может быть, там она действительно излучала добро. И столько последователей у нее заслуженно есть. Но. Как вы все видите сами, это все со смертью главного идеолога. Почему? Не спрячешься. Ясно. Туда нам нельзя. Почему? Не спрячешься. Ясно. Прикольный диалог. Со смертью главного идеолога, да, все идет по одному месту. Все начинают заниматься, творить херню, интерпретировать как хотят на свой лад, дабы одеялко побольше на себя перетянуть. В этом-то все лицемерие и заключается вот таких вот идеологических общин, которые вот строят свою общность, эту самую, строят свой быт с таким вот религиозным поклонническим уклоном. О, как сказано. Еще одна записочка. Мы несовершенны по своей природе, и потому должны выглядеть несовершенными в ее глазах. Так учат писания, так говорят старейшины. Но порезы на щеках до сих пор болят и чешутся, хотя после церемонии прошло 2 недели. Ева говорила, что у нее было так же, но посоветовала мне не показывать слабость перед старейшинами. Ночью она устроила сюрприз, зашла ко мне в кожевную мастерскую, пока я перебирался. Сказала, что ее бригада завтра уходит на территорию псов. Она явно боялась. Мы сидели и смотрели на огонь. Она спросила, помолвлен ли я, а потом, не дождавшись ответа, поцеловала в щеку и убежала обратно в лес. В этот миг я забыла о всех своих бедах и горестях. Да, смотрите-ка, это иногда и хорошие письмеца попадаются. Ну, как хорошие. Секас у них там зрел. Любовь, морковь. Вот, еще перевернуть. Бригада Ева до сих пор не вернулась. Пытаясь прогнать дурные мысли, я пошел в гавань на общую трапезу. Но так и не обрел душевного покоя. Все было необычно тихо, кроме проповеди старейшины Дункана. Но даже она сегодня звучала по-другому. Старейшина сказала, что пророчество ведет нас к победе над демонами и восстановлению мировой гармонии. Но не обещает, что все это случится при нашей жизни. Это борьба вечна. Есть над чем подумать этой ночью. Да. Прикольно. Это борьба вечна. Но ничего не обещаю. Вы денежку-то нам приносите, но мы вам ничего не обещаем. И давайте нам тут и охотьтесь, и убивайте зараженных, и от псов нас защищайте. Но мы вам пока ничего не обещаем. Потому что, скорее всего, это борьба вечная будет. Прикольно. Где-то я это уже слышал. Ах да, это же перед каждыми выборами говорят. Так, что прокачать? У меня 66 есть пилюлинок.
Так, ну вот прицел же можно прокачать. Я даже не знаю. У меня прям это... терзание душевное. На перспективу все хорошо. Ладно, качаем это. Так, еще и, наверное... Нет, не хватит. 26, а нам надо 50. Целых 50 пилюлинок еще надо найти, чтобы только следующую прокачать. А еще там пипец. О, а вот верстачок, кстати говоря. А я расстраивался, а я сокрушался, а я нервничал. А все позря. Только надо еще... О, смотрите-ка, еще детальки. Блин, а я что-то, кстати говоря, не пользуюсь. Мне дают вот этим выжигателем попользоваться. Я им и не пользуюсь ни хрена. Ну, огнеметом. На ситуации просто не подворачивалось. Так, что мы можно сделать? Можем... Сейчас, во-первых, кстати, да, вот я хочу на этот свой, на автоматик поставить коллиматорный прицел. Пуньк. И вообще, по-моему, надо его качнуть. Прикольно, она где она его взяла, коллиматор-то? Откуда ты из верстака достала? Или сама изготовила, пока ходила, бродила? Ладно, это все условности, конечно, я не хочу придираться. На остальное мне там не хватит. Здесь можно скорострельность... Вообще, конечно, оптический прицел надо. Или устойчивость, или оптический прицел лучше арбалету. Я вот не знаю, сейчас хочу арбалет качнуть, конечно же. Оптический прицел хорошо тоже. Ну, как оптический, там коллиматор, наверное, тоже не такой он дальнозоркий. 4Х оптика. Ну, давайте прокачаем ему. Теперь мы хотя бы можем издалека попытаться какую-то вражину завалить стрелой тихонько. Смотрите, у него прям коллиматорный прицел побольше. Два прицела с собой таскала все это время Эбин, и только благодаря собранным болтикам она... Так, а что мы можем здесь прокачать-то? Только благодаря собранным болтикам она смогла эти два коллиматорных прицела сейчас из рюкзачка своего достать. Ну, потому что такие вещи из болтиков не собираются. Ладно, это говорю, это все условности, я не. Это просто чисто. Просто меня это умилило, и все. Не хочу я докапываться. Второй этаж здесь есть, но попасть туда на него никак нельзя. Никакой лестницы нет. Поэтому вроде бы мы здесь все осмотрели. Идем дальше. Супер. Супер. О, сейчас нас ожидают, друзья мои. Битва на полях. Там народу тоже дохрена, поэтому тоже готовим. Называется наши с вами булки к напряженному ползанию и работать по стелсу. Я, конечно, буду сейчас стараться. Видите, тут целый тоже открывается периметр. Прикольная башенка такая в молнии прям посверкала. Классно. Так, ну короче, тут это, поле кукурузово. И вообще тут всяких много разных культур выращивается, судя по всему. И, как я и сказал, народу дохренища. Будем пытаться сейчас по стелсу работать, а там уже как получится. И, естественно, торопиться мне здесь никуда нельзя. Я, конечно, очень хочу торопиться. Потому что, ну блин, это уже какая-то просто пипец затянутости получается. Мы куда-то все время идем. Кого-то убиваем. Периодически случаются прикольные моменты, типа как с Томми перестрелка. Но это так все долго. Так все затянуто, что просто пипец. А это же еще угнетает с точки зрения звучания. Да не то, что угнетает, это я так, конечно, жалуюсь. Ты играешь, ты долго думаешь, блин, это пипец какой-то. А потом ты понимаешь, что тебе еще столько же это все озвучивать. Это же прям какое-то становится. Так, тихо. Вот стоит дружок. Хрясь. Отлично, вроде без последствий. Завалили. Ползем к остальным теперь. Блин, здесь вот надо очень аккуратно это все делать, потому что... Что тут аккуратничать, господи, они в траве в упор не видят меня. На дворе трава, на траве дрова. От топота копыт пыль по полю летит. Нет, далеко. И тут же надо все-таки эту параболу рассчитывать, упреждение
чуть выше, чуть ниже. У Эли, кстати, на луке такое умение можно было вкачать. То есть там показывал тебе твой прицел, куда полетит стрела, если ты с такой-то или такой-то дистанции будешь натягивать тетиву и отпускать ее. То бишь стрелять, как я загнул опять, а? Мастер красного словца. Так, в кукурузовом поле нас никто не видит. Это хорошо. Блин, как же телепунькается у меня прицел, вы бы знали. Отлично, нахрен! И никто тебя не найдет больше. Хотя он и идет в те края. Не-не-не, он пошел туда, в кукурузу. Сейчас мы попробуем до него дойти. Хорошо, здесь очень высокая трава. И трубцы эти, их не видно просто. Мне бы сейчас, конечно, бы не помешало бы... Знаете что? О, может поменять. Блин, стрела сломалась, к сожалению. Мне бы сейчас, конечно, не помешало бы снайперское ружье с прицелом. Ой, с этим, с глушителем. С сайленсером. Вот бы я тут навел бы. Потому что, ну, из ружья ты с большей вероятностью, как вот у Элли бы ружье. Я уже тоже об этом говорил. Так, а где он есть? Что ж, прям перед носом было. Он отправился от меня в освояси. В освояси, кинхер, вы посмотрите на него, а? И сколько их тут много-то? Раз, два, три, четыре. Четыре факела. Пятый вижу факел. Ходячий. Блин, на кого же? Не сагрится такой. Тихо. Ты меня не видишь, ты... Врыло получилось. Отлично. Вот теперь вот они его увидят сейчас, и может подняться нехорошая паника. Надо сейчас этого дружбана постараться вырубить, потому что он ближайший к трупу. Тихо. Не холу. Стелс! Это не... Это она, оказывается. Она меня унюхала. Ну, тут можно подбегать, в принципе. Прям врыло. Просто здесь хорошо еще кукуруза спасает. Она не ожидала меня увидеть. Ух ты, у нее еще мачете есть. Давайте возьмем там ударочков побольше все-таки. Слушайте, пока все неплохо получается. Пока по стелсу мы их уничтожаем. И они в кустике нырк. И все, и больше никто... Ну, трупы я имею в виду, в кустике нырк. И больше никаких последствий нет. Вот это я сейчас, конечно, зря. Очень неудобный ракурс. Вот, я про это и говорил. Вот про это я говорил. Пока все неплохо получалось. И стоило мне вот понаглеть. Ух ты, какая! Поджопника мне дала, вы посмотрите-ка, а, вдогонку. Как Форресту Гамп, пуля в задницу попала, так же и... Упустила. Начинаем охоту. Не могли уйти далеко. Начинаем охоту. Охотнички. Вышли тут на тропу войны. Сейчас я вас всех по одному... Сейчас я уже надеюсь... Не... Эй! Надеюсь. Понадеялся я. Молодец. Умница. Понадеялся. Так, вот здесь это хорошо. Саша! Откуда ты оттуда? Саша. 3 рубля и наша. Аккуратно. Я их не вижу. Выследить их. Блин, у меня одна стрела осталась. Врыло. Мачете. Так, тихо. Небрежно. Так, я тебя... Ты меня из виду, ты должна потерять была давно. Ну и где-то. Кто-нибудь их видит? Сейчас кирпичом, кстати, у него. Вам. Бежать. И уныриваем обратно в кусты. Фу, сколько там осталось, интересно. Немножко небрежно, но прикольно. Так, кирпичиком врыло, бац. Вынырнул из камыша, хотел сказать, из кукурузы. И врыло, пух. Красиво просто. Подмоги у них никакой не приходит вроде. Ну и слава богу. Ух ты, вот смотрите, тут еще и валяются ружьишные патрончики. Моя нравится. Так, что-то никого я не вижу.
А должен вообще, по идее. Куда они там все попрятались? Наверное, стоят у... Ух ты, какой секач у нее классный есть. Так, отлично. Один. Вернули мы себе одну стрелу. Да-да, посвисти почаще, я хочу тебя найти. Ты же умный дебил. Никто тебе на свистки не отвечает. Поэтому надо свистеть остервенели еще дальше, чтобы свою дислокацию выдавать. Глупенько это очень, с их стороны, такую тактику избирать. Я уже об этом говорил. Зафига вот это вот. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, все-все-все, я к тебе иду. Вон он, все, я нашел уже. Это еще и барышня, да, недалекого. Ума. А, их там двое, смотрите-ка, они друг с другом пересвистываются. Ну ладно, тогда я забираю свои слова обратно. Но все равно вы тупые дебилы. Не забираю я ни хрена ничего. Зря, не надо стрелять, мне кажется. Тихо-тихо-тихо. Так, осталось двое, да? Ну, во всяком случае, я увидел пока двоих, может быть, там еще какой-нибудь один. Засел. Так. Вот эту вот барышню надо было, конечно, вот подстрелить. Блин, ну как же... Нет, неудобно. А их там трое. Там справа еще один дружбан. Хорошо, ладно. Хорошо, нехорошо. Тихо. Опа! Это как ты так круто навелся на него? Ладно, бежим отсюда, нахрен. Я ничего не понял, он меня подранил немножечко или нет? Один выстрел у меня еще из сайленсера есть, из глушителя. Упустила. Они где-то рядом. Найди. Ну, понятное дело, упустила. Тут столько травы. Так, тихо-тихо, они тут встали, короче, в позу. И за это поплатится. Фарах! Нет, ты тут нас не найдешь. Тут спасительные кустики для нас, для суперстелса сделаны. Так, а у меня есть глушитель-то? Да, можно сделать. Тюк, и все. Еще три выстрела мы сможем с вами. Хотя нам этого особо и не надо. Тихо, аккуратно. Их двое еще. Блин, это офигеть. Откуда вы приходите, что ли, подкреплением? Я не пойму. Я же вроде всех вас покрошил уже изрядно. Представляете, сколько народу, а под конец игры нам, блин, выдают. Тихо. В траве. Я лежу в траве, а теперь вот можно нападать. Опа! Она даже нас не услышала. Заточечки тебя пыкнем. Ты что-то давно ими не пользовался. Я не уверен, что нам тут еще попадут зараженные. Поэтому заточки надо с собой таскаемые использовать. Чтобы можно было новый, как минимум, хотя бы сделать. И куда-то потратить ресурсы. Так, ну что там, один остался? Ага, ну вот она заходит. А она или он, скорее всего, она. А может быть, и он там в капюшоне, непонятно. И сейчас мы свершим над ним свою. Оть! А, это мужичок. Бритый налысо. И я, кстати, да, сейчас почему-то с горечью вспоминаю, что Лев-то все-таки бывшая девочка, да? Ну, он фактическая девочка. Ну и замес. Ух, это я с тобой согласен. Пойдем в деревню. Так, что-то мы там опять начали прокачать можем, да? Раз пилюльки разложены. Замес был знатный, но мне понравилось. Вроде мы с вами здесь так более-менее качественно сейчас всех повырезали. И продвинемся тем самым дальше. Еще одно препятствие на пути у нас устранено. Только я хочу, знаете что, я хочу тут оббежать. Так, вот у меня есть три. Видите, а теперь, когда максимальное количество 6 заточек прокачали в умение, Эбби теперь их не по 2, а по 3 делает. Так, сейчас, да, я хочу здесь немножечко пробежаться, посмотреть. Тут, видите, болото с какой-то затонувшей тачкой. И мало ли, что там найдется. Во всяком случае, хотя бы еще с трупаков с тех я еще не все пособирал. Мне такое ощущение. Я там нескольких завалил в траве. Так, кирпичик мне пригодится, кстати говоря. Палка эта дрыновая мне не нужна. Ну и что там какие-то валяются? Не пойму, камни что ли или что?
Или овощи какие-то. Или картоха вообще. Не, картоха в мешках он стоит. Всякие фрукты, овощи, да, у них тут. Ладно. Сейчас быстренько все здания, которые... Ну, их тут, слава богу, немного. Осмотрим, и... И вот таков наш будет путь, как говорит Мандалорец. Классный, кстати, прикольный сериальчик. Рекомендую к просмотру. Он коротенький, не напрягает совсем. Такой вестерн по Звездным войнам. Ну ладно, не о нем сейчас идет речь. А мы с вами гоняем туда-сюда нашего мужикоподобного героя. Мужикоподобного, хорошее слово. Ну, она же сильная, независимая. Ой, пройдусь я, друзья мои, в титрах. Поэтому по всему. Ой, пройдусь. Хорошо, смотрите, подлечились. Кукуруза у них тут лежит. Столько у меня уже мыслей по поводу этой игры созрело. Долго что-то мы ее, конечно, с вами проходим, но это все традиционно у меня за неимением возможностей и времени. Возможно. Я очень на это надеюсь. В скором времени, в следующем году, я буду иметь возможность очень-очень регулярно стримить и очень-очень регулярно выпускать видосы. Я очень к этому стремлюсь и к этому иду, друзья мои. Капустка растет хорошо. Поэтому, в принципе, из-за этого очень... Хорошее настроение и очень хорошее предвкушение, что я все-таки доживу. Ладно, это плохо как-то звучит. Скажем так, случится то мгновение, когда я смогу спокойненько, там, грубо говоря, уделять этому там 2-3 часа в день. И это позволит мне действительно регулярно выпускать видосы. По этой. Сейчас мне урывками все это удается. Когда вот есть возможность, я там залпом записываю несколько серий и уже потом на ваше удовольствие выкладываю. Но надеюсь, что это, говорю, будет все в более таком в гармоничном ключе дальше проистекать. Так, ну хорошо, вроде мы с вами здесь все засмотрели, заочистили. Что-то у меня там непрочитано, есть припасы для ампутации. Ладно, это мы уже все делали. Со львом ходили мы в эту нашу клинику, где повстречали босса. Так, Яра нас зазывает, ну а мы сейчас еще пока торопиться-то не будем. Тут еще, видите, несколько домов. Уже задолбали эти дома здесь, растет, как грибы растут. Я уже просто, если, к сожалению или к счастью, ни в один из них зайти, конечно же, нельзя. Не предусмотрено это сценарием. Слишком так много всего тут проверяем. А это просто все сделано декорацией ради. Сюда не запрыгнут никак нам. К сожалению, никак тоже. Ну, хорошо, хорошо. Так, аккуратно, дорогая моя. Как присела. Я аккуратно говорю к тому, что мало ли там какой-нибудь хмырь сейчас засел. И каким-нибудь скримочком нас с таким скриптовым неожиданно попытается... ликвидировать. Так, ну хорошо. И очередная деревня. Сюда. Здравствуйте. Давай. Да я иду, иду. Как рука? Болит. Да, этой, конечно, барышни без руки вообще хреново. У нее еще всякие, наверное, фантомные боли там будут еще преследовать какое-то время. Представляешь, так жил-жил с рукой. И все, и нахрен. И перестал жить с рукой. Это очень, конечно, сурово. Я вообще прям этого всего как-то прям боюсь. Даже представлять стрёмно. Ой, какие тут, смотрите-ка, у них рыбный мангал. Классный. Что-то я об этом даже никогда не додумывался. Жарить рыбу вот именно таким способом. О, пилюли. Сейчас что-то прокачаем. И лезвица, и марлица, и все есть. И просто чудеса чудесные. Так, что у нас там качать можно? Изготовление. Блин, инерцию прокачать или... Ну, блин, вообще, конечно, хочется пойти. Вот это, конечно, надо было качать изначально.
когда была возможность. Тут мне просто попадаются пилюльки, я стараюсь сразу же от них избавляться. А там просто смотришь, блин, всю целую ветку еще заново качать так долго. И прокачал я вот и что, изготавливаю я большее количество патронов. Просто, три патрона за раз может она теперь делать. Вот это да. Конечно, было бы правильнее прокачать, наверное, самую правую эту веточку там. И гранатки посерьезнее бы урончику наносили. И глушитель бы у нас был пятизарядный, как у Элли. Но и ничего страшного, ладно. Так, ну вроде я надеюсь, что мы уже в этой серии где-то подходим. Подгребаем к льву-то, к леву, к нашему мальчику, девочке. Опять я об этом подумал, и меня опять все опечалилось сразу в голове. Так, тут какой-то майданчик, смотрите, прям как в Ведьмаке. Вот наш дом. По атмосферности. Эбби, круто. Помоги. Эбби, помоги. Так, это вот их дом, что ли, или что? Яра. Но она только кричала. Она бросилась на меня. Я не знала, что делать. Я ее просто оттолкнул. Тихо, тихо. Она ударилась об стол. Послушай, Яра, ты просто защищался. Ты ни в чем не виноват. Все будет хорошо, обещаю. Друзья мои, я хочу на этом с вами попрощаться. Тыкните большой пальчик вверх и подписывайтесь на канал. Мы все ближе и ближе к финалу двигаемся. С вами был Фолиот. Всем до новых встреч. И как всегда, большое пока.